Дороги садовых обществ набережных Челнов и Тукаевского района в этом году капитально отремонтируют. Обновление пройдет в рамках республиканской программы, рассчитанной на 3 года. В предварительный список попали Ивушка, Весна-1 и Весна-2, Горизонт, Бумажник и Тополя. Но некоторые дачники уверены, качество их путей намного хуже и требует срочного вмешательства и проведения ремонта. Корреспондент Челны-24 Эльмира Гайнудинова встретилась с теми, кто недоволен распределением республиканских денег. Пыль летит. Вообще, вот, ну, надо эти листочки каждый обмывать, чтобы это, как его, собрать урожай. А всему виной дорога, уверены дачники садовых обществ «Искра», «Дружба» и «Чулман». Им приходится делить один подъездной путь. Отрезок длиной в 2 с небольшим километра доставляет немало хлопот. Большая часть членских взносов уходит на его содержание. Участок посыпают щебнем, трамбуют спецтехникой. Но от воды это не спасает. После дождя грунтовая дорога превращается в грязное месиво. Как дождь, так грязь не проехать. И это спуски там такие, можно разбиться. Больше 10 лет мы на этой даче, и такая дорога, конечно, хотелось бы лучшего. Камни летят, да, машина новая. В дождливую погоду были случаи, автобусы сносило с этой дороги, и автобусники отказывались ехать вести садоводов. Решить проблему можно, но вопрос упирается в финансы. И средств только дачников на это не хватит. Они надеются, что дорога попадет в программу капремонта и необходимая сумма поступит из республиканского бюджета. Просят отремонтировать подъездные пути и дачники общества «Ягодка». По словам садоводов, из-за многочисленных ям и выбоин участок давно нуждается в реконструкции. С этим вопросом дачники обращались в Тукаевскую администрацию. Глава администрации Василий Гарипович нам ответил, при финансировании, если будут деньги еще на следующие годы, на 2017 год, если будет при финансировании, и нам сделают эту дорогу. Но вряд ли еще мы туда войдем, в эту программу. Но вопреки надеждам садоводов, в предварительный список ремонтируемых объектов их дороги не попали. По словам дачников, улучшат подъездные пути у элитных дач, у которых и без того есть асфальтовое покрытие. Тогда как в садовом обществе «Дружба» лишь щебенка. Ее обновят в этом году, но за счет дачников, многие из которых – пенсионеры. Я примерно посчитала, ну, машин 10, если учитывая того, что один КАМАЗ нам обойдется от 10 до 12 тысяч, то, представьте, около 100 тысяч мне надо опять сюда, за это самое конкретно, вот на эту часть только дороги. Но дачники рассчитывают, что предварительный список пересмотрят. И дороги в обществах в этом году все-таки отремонтируют. Без согласования с Союзом садоводов республики смета не будет подписана, а корректировки внести еще можно. Эльмира Гайнудинова, Ландыш Капранова, Андрей Буслаков, Челны-24.